Празднование 83-й годовщины воздушно-десантных войск совпало со 142-м днем рождения города. По этому случаю в Иванове состоялся праздничный салют. Решение об организации фейерверка было принято в тот же день. По многочисленным просьбам горожан, обращенных к нему в Твиттере, глава города решил сделать ивановцам такой подарок. Несмотря на скорые приготовления, салют горожанам понравился. И, что немаловажно, по словам Вячеслава Сверчкова, бюджетных денег на проведение фейерверка потрачено не было.